Всем привет, это канал Science Daily, новости науки и космоса. Индийский орбитальный аппарат «Мангальян», по всей видимости, завершил свою работу после 8 лет, проведенных на орбите Красной планеты. Наземные станции, управляемые Индийской организацией космических исследований, потеряли связь с космическим аппаратом. Точная причина пока не ясна. Возможно, у орбитального аппарата закончилось топливо. Проработав на Марсе 8 лет, орбитальный аппарат «Мангальян» значительно превысил ожидаемый срок службы, составляющий всего 6-10 месяцев. Аппарат был запущен в ноябре 2013 года и вышел на орбиту Марса в сентябре 2014 года. «Мангальян» имеет солнечную панель, состоящую из трех секций с размерами 1,4 на 1,8 метра каждая. Она может генерировать до 800 Вт энергии на орбите Марса и заряжать литий-ионный аккумулятор орбитального аппарата. Но недавно «Мангальян» столкнулся с серией солнечных затмений, которые могли повлиять на его способность к подзарядке. Также в апреле этого года орбитальному аппарату «Мангальян» потребовалось некоторое время на восстановление после солнечного затмения, в ходе которого космический аппарат мог исчерпать остатки своего топлива. «Мангальян» стал первой межпланетной миссией Индии и сделал Индийскую организацию космических исследований четвертым космическим агентством, достигшим орбиты Красной планеты. Основной целью миссии было испытание технологий, необходимых для межпланетных исследований, и исследования поверхности Марса и его атмосферы. Для этого на борту орбитального аппарата установлено несколько научных приборов, благодаря которым удалось получить снимки поверхности Марса с орбиты, исследовать состав газов в марсианской экзосфере и даже получить новые данные о солнечной короне. Индийская организация космических исследований также планирует разработать и запустить вторую миссию под названием «Мангальян-2» с большей научной нагрузкой в 2024 году. Также новый орбитальный аппарат будет использовать аэроторможение, чтобы выйти на более низкую орбиту по сравнению с орбитой аппарата «Мангальян». На этом все. Оставайтесь на канале Science Daily вместе с самыми интересными научно-космическими новостями.